Всем привет, отличного всем дня и хорошего настроения. Ну а мы начинаем готовиться ко второму этапу Сочи Дрифт Челлендж. Вот мы уже заехали в Техас Шоп, купили крепления, такие вот пружинные, которые у нас успешно оторвались на первом этапе. Но эти выглядят так-то посолиднее, должны выдержать. Ну и заехал во второй. Ну а сейчас мы направляемся в сервис, доделать тачку. И уже, надеюсь, завтра мы поедем на тренировки, потестим и проверим, как себя ведет автомобиль. Погодка, конечно, не сочинская. Как мы будем гоняться, непонятно. Вот на такой стадии у нас находится сейчас BMW. Установили новый радиатор. Немножко большего размера. Так вот все перенесли. Все, в принципе, осталось как и было. Немножко изменили угол наклона. Ну и перенесли вентиляторы снова назад. Посмотрим, как это будет работать в эту непростую погоду. Ну и пластик уже покрасили. А сегодня вечером, дай бог, оклеимся. И будет у нас практически готов автомобиль. Прекрасная погода для тестов. Ну, мы наконец-то подсобрались. Сейчас будем выезжать на тесты трансмиссии.